Андрей Леонидович, вот после прошлого матча в целом вы говорили, что игра команды понравилась, но были ли, может быть, мысли в связи с этим ничего не менять, вот оставить такой же состав? Ну, у нас прошлую игру не играл Марк, он приболел, сейчас он подлечился, поэтому он сегодня с нами. Ну, продолжаю эту мысль. 4 матча позади. Когда вот максимально тот сценарий, который вы хотели видеть, был реализован, что вот сегодня, может быть, его повторить? Ну, я об этом говорил. У нас получился сбой в игре, к первой игре, когда мы играли дома. Мы просто не попали в скорости. А так рисунок был везде, тот, что мы хотим видеть. Результата не получился в первой и в прошлой игре. Хотя мы были близки к тому, чтобы победить. Но здесь была равная игра и более успешно получился соперник. Сегодня мы будем также играть в свой хоккей. Постараемся, приложим все усилия для победы. Ну, с такой командой, как «Спартак», нужно дисциплинированно, да, в обороне играть, при этом все-таки не забывать про атаку. Вот как вы видите этот баланс сегодня, который, наверное, стоит соблюсти? Безусловно, вы правы, нужно соблюдать этот баланс. Мы постараемся это сделать сегодня. Ну, это самый главный вообще матч в сезоне, да, для вашей команды сегодня, потому что такой вот он ключевой. Какие-то, может быть, дополнительные слова вы находили в раздевалке или все понимают? У нас ребята все понимают ответственность сегодняшнего матча. Спасибо большое, хорошей игры, спасибо.